Кремль заступится за рабочего, которого вызвали на допрос после прямой линии. Напомню, жителя Челябинска Дмитрия Дудкина. Он пожаловался президенту на руководство предприятия «Уралвторгприцеп». И вот уже 3 месяца Дмитрию задерживают зарплату. Пресс-секретарь главы государства пообещал поддержать мужчину. Дмитрий Песков заверил, что организаторы прямой линии знакомы с ситуацией жителя Челябинска. Как рассказал нам сам Дмитрий Дудкин на допросе в службе безопасности, ему задали вопросы из серии «Зачем ты это сделал и что тебя не устраивает?». Но меж тем у Дмитрия 4 детей. Вот после этого рабочему пообещали регулярно допросы устраивать и даже приставили одного из охранников к нему.